Дорогие друзья, всем привет! Канал Paradise, меня зовут Никита. Решил начать это видео прямо из хамама. Хамам установлен прямо в квартире. Сегодня две подобных квартиры хочу вам презентовать, показать. Квартиры большие, по хорошей цене. Район Каргыджак. Ну, в общем, кому интересна недвижимость Алании, не забывайте подписываться на канал. И обязательно ставьте, друзья, лайки. Ну, за нашу работу. Сегодня, кстати, у нас будет новый человек в кадре. Поехали. Итак, начинаю прям с этого места. Вот он, хамам, прямо у вас в квартире. Здесь душ, пожалуйста. Здесь, собственно говоря, хамам. Здесь нет какой-то богатой своей инфраструктуры. Они инфраструктуру, грубо говоря, распихали прямо по квартирам. Сейчас я вам все покажу. Да, вот это, конечно, интересно. Здесь есть, кстати, теплый пол в санузле. Это, кстати, Вилена. Познакомьтесь. Она у нас приехала из Питера буквально недавно. И сейчас у нее много очень эмоций. Вот, смотрите, мы сейчас вообще находимся. Это гардероб огромный. Просто гардероб, для которого надо прям кучу вещей купить, да, чтобы все сюда поместилось. Можно спокойно здесь уместить все свои вещи. Да, кстати, это дуплекс 250 квадратных метров, 4 плюс 1. Ну тут да, реально должна быть большая семья, много детских вещей, много вещей каких-то хозяев. А здесь у нас туалетный столик, здесь то есть ставят стульчика и хозяйка может наводить собственно красоту. Да, интересное решение, конечно. Мы выходим в комнату номер один, большая комната с мансардным вот с таким остеклением. Вилена говорит, хочу здесь остаться. А вот эти зачем они сделали такие тумбочки? Это что вообще такое? А. Положить мягкие подушки, устроить чил-зону. А, ну тут как бы такая, да, зона чил-аута? Да. Обратите внимание, что уже висят кондиционеры, частично мебель. Ну, гипсокартоновые потолки, соответственно. Причем застройщик этого дома известный в городе застройщик. У него порядка 18 проектов уже сданных. Вот это совсем новый дом. И остались вот эти пару огромных дуплексов, но они, как всегда, продаются в последнюю очередь, потому что все-таки не ходовой товар, ходовой товар 1+1 для отдыха люди, потому что покупают. Собственно, для инвестиций, кто покупает, не покупайте большие площади, сразу вам говорю, 1+1 самое то. Что, выходим на балкон, офигенный вид. Да, это то, что нужно каждому человеку. Мне уже, ну да, море. Буквально, не знаю, тут 100 метров до моря, это у нас район Каргыджак, лучшие пляжи. Ну, если не брать Клеопатру. Мне, кстати, Клеопатра не очень зашла, здесь мне больше понравилось Каргыджак и пляжи. Здесь нет вот этих, ну, есть частично скалистый вот этот вход, но в основном классный, удобный, комфортный пляж. Посмотрите, здесь какая красота. С одной стороны горы, Торос, с другой стороны у нас море. По вот этим теплицам, да, многие скажут, что вот, возможно, здесь построят какие-то новостройки. Не буду говорить, что нет, ни в коем случае не построят, возможно, и построят. Но нужно учитывать то, что почему вообще в Алании еще сохранились вот эти банановые плантации, потому что все-таки банановый бизнес, так его назовем, очень выгодный. И он приносит не единоразовую, да, прибыль, как, например, новостройки. Ты построил квартиру, один раз продал, вот тебе прибыль. А вот это дело каждый год потихонечку, помаленечку делает тебя богаче. Правильно? Мы еще сейчас сделаем ценовой анализ. Повторюсь, что здесь у нас хорошие цены по сравнению с конкурентами. Здесь Ванесса Ривер, Ванесса Парк, вот эта Аркадия строится. И у нас будет самая низкая цена. Ладно, пойдем вернемся к квартире. Что, тебе нравится плиточка? Очень нравится. Все так качественно сделано. Прям приблизь. Да. Очень, да. Все так аккуратно. Ну, натуральный, кстати, камень, да. Да, он уже сказал, что это ручная работа. Так, ну что, идем дальше. Угу. Так, здесь у нас коридор. Мы сейчас находимся на втором этаже. Кстати, вот здесь лестница, которая идет вниз. Красивое зеркало. Следующая комната. Ну, вот здесь уже стандартная комната, да. Хорошего такого размера, но небольшая как-то. Да, классная спальня, выходишь, такой вид у себя. Класс? Это рай. Я почему канал назвал рай? Paradise, собственно, по этому и назвал. Так, здесь еще у нас один санузел.
К сожалению, свет мы не можем включить, потому что нужно оформить на кого-то квартиру, чтобы включить свет. Санузел номер 2. Ну, все новое, все качественное. Тут, в принципе, говорить не о чем. Спускаемся вниз. Сразу я обратил внимание, что молодец застройщик, смотрите, сделал вот эти деревянные. Они, соответственно, ну не знаю, гораздо уютнее, чем когда они вот из плитки, да, сделаны. Да. Теплее, то есть в носочках поднимаешься, уютненько, аккуратно. А вот здесь сразу вижу, что есть подсветка. Видите, чин-чин-чин-чин, подсветочка, чтобы ночью не споткнуться. И мы попадаем на первый этаж. Вот здесь у нас, смотрите, вход. Кстати, да, ну, тут уже, видите, я уже не обращаю внимания. Велена такая, о, какие двери. Да, реально, двери качественные. Их так сходу... Очень много замков. Да, тут там замок, тут замок, тут замок. Вот это маленький замок, вот эти еще. Ну, то есть тут, не знаю, ОМОНу надо постараться, чтобы такую дверь вынести. Так, ну что, первый этаж, смотрите, мы заходим. Что мы видим? Справа, если возьмем самое право, это у нас санузел. Ну, это скорее такой гостевой, да. Вот он. Оп. Здесь комната. Спальня еще одна. Вид на море. Еще один свой санузел. Мы сколько уже санузлов насчитали? Раз, два, три, четыре. Четыре санузла. Еще один санузел. Так. Какое красивое зеркало. Я забираю его с собой. Здесь тоже какой-то, не знаю, можно здесь самому что-нибудь придумать. Здесь, ну, тоже туалетный, да, вот это столик. Ну, ты же не будешь тут сидеть. Странно. Темно. Темно, да. Дальше. Еще одна спальня. Это, думаю, детская. Она такая небольшая. И о! Супер! Супер идеальная. Супер идеальная кухня, да. Классные шкафы, просто космические. Так удобно ими пользоваться, я прям уже чувствую, как хозяйке повезет. Ну правда, посмотри, хоп, все круто. Много места. Ага. Все с доводчиками, все качественное, да? Везде прям доводчики. Ага. Эть, ну да. Я аккуратненько спрятала на звонку. Огромная, да, огромная кухня прям тоже. Ну для большой семьи, да, квартира. Здесь у нас вид на горы, вид на море. Здесь купить мебель, в общем, всякие декоративные штучки, я думаю, будет вообще обалденная квартира. Ну и, конечно, да. Тут балконом, да, как-то не назовешь, да, огромные балконы, такие террасы, да, скорее. И снова море. Сколько у вас там в Питере градусов, кстати? Ноль. У нас сегодня плюс 27, вчера была зима, прям плюс 16, я уже такое все настроение испортилось, сегодня опять лето. Все, приезжаем сюда. Так, ну что, по этой квартире все, все показали. Здесь, кстати, смотри, даже интересно было бы посмотреть, как вот это освещение все работает. Да. Но, к сожалению, не получится, там кондерчик. По этой квартире все. Я предлагаю посмотреть еще квартиру 5 плюс 1. Вот она по соседству находится. Ключи. Вот они у меня. Все, закрываем. Угу. Так, мы заходим. Давай, Елена, твои эмоции снимем. Здесь я вижу, люди пришли, видите, вот эта тележечка. Без нее ты не выживешь в Алании. Ты обязательно должен с этой тележкой ходить на рынок. У тебя еще нет такой тележки, Илья? Я скоро куплю. Так, ну что, заходим. Сразу вижу теплый пол в санузле. Сразу вижу тоже хамам. Темно. Темно, да. Ну, что поделать. Романтика. Тоже хамам. Душ чуть поменьше, чем там. Здесь одинаковые площади, они 250 квадратов оба. Но здесь побольше на одну комнату. Так, выходим. Здесь смотрите, как сделано. Кстати, как заходишь, это входная дверь. Справа сделан шкаф под одежду, прихожая. Это такая зона прихожая. Ну, а вот это хорошо. Здесь огромное зеркало. Ну да. Перед выходом, да, чтобы посмотреть. Да, покрасоваться. Ну давай. Пойдем. Показываю.
Что тут? Не знаю. Кому, кстати, надо, планировку скину. 18-19. Ну, у нас полностью квартиры такие в Сочи были. 18 квадратов. Студия. Что мне делать? Спать. А, ну вот, да. И вот посмотри. Это просто можно залипать по вечерам и наслаждаться видом. Да, вид, конечно, шикарный. Вот видите, граница прям проходит с Махмутларом. И сразу же чун-чун-чун. Екта-екта блю. Алара парк, если я не ошибаюсь. Вот они большие, сразу многоэтажные дома. А здесь нельзя. Это новый район. Да, район новый, развивающийся. Поэтому здесь еще нет там прям социальной такой инфраструктуры, как в Махмутларе. Благо, Махмутлар вообще рядом. Но и сейчас здесь развивается. Туда я в прошлом видео ездил, там что-то поликлинику собираются строить, парки, в общем, всякие объекты социальной инфраструктуры. Уже построены детские там площадки, спортплощадки. Ну, в общем, скоро будет, да, район такой топчик. Там еще сосновые леса. Чем он, кстати, тоже отличается. Что, вернемся? Пойдем дальше, покажешь. Вот еще одна комната. Вторая комната, да? Ну, это тоже типа детская. Прям, кстати, еще здесь, ну, для тебя не в новинку, а здесь ламинат начали только недавно ложить застройщики. Да, а что было? Ну, они всегда, нет, они всегда все плиткой, вся квартира в плитке, то есть, а зимой это холодно. Холодно, конечно, да. И как бы... 21 класса? Наверное, судя по видам. А что за, есть у ламината классы какие-то? Да, сам. Я не знал. Износостойкий ламинат, очень качественно положен. Да ладно. А вы в ламинатных делах разбираетесь? Иди сюда. Все. Ну что, это более квадратный вариант. Ты все время крутишься, ты раньше танцами занималась, что ли? Да. Да. Танцевал? Чуть-чуть. Надо приложить усилия, чтобы ее закрыть. Ну, здесь не, тут же тоже доводчик должен быть. Ну, или да. Что? Ну, мне просто силы мало как-то оп. Не, нормально. Все хорошо. Ты просто уже наоткрывалась их. Да. Силы кончились. Вот, без доводчика мы нашли. Или что? Он все равно мягко закрывается. Ну, мягко, но без доводчика. Все. Все, ложи себя. Здесь, да. Опять терраса. Ну, здесь вид на море вот такой. На камере, я думаю, еще меньше будет. Но здесь, да, здесь основная фишка этой квартиры – это вид на горы. Тут, кстати, Елена удивилась. Помнишь, ты такая увидела, да, когда кран на балконе, такая, что это? Что с этим делать? Да. Удивление года, но... Не надо. Очень удобно. Не надо ведро, да, там набирать. Просто шланг подключил. Как Золушка. Да. Очень намочил. Удобно, чтобы и... мыть всю эту территорию. Все эти площади, да, большие? Да, большие. Запах, конечно, стоит прям... Как будто мы, я не знаю, да, не в городе, а где-то в деревне, да? Ну, реально. Светели немного, потому что... Так, ну пойдем дальше показывать. Поднимаемся на второй этаж. Здесь, в принципе, все то же самое. Видите, тоже деревянная лестница, ступеньки. Снова как будто гостиная. Угу. Да, вот здесь тоже вот это мансардное остекление. Вот здесь как-то что-то поуютнее, мне кажется. Потому что там были стены, они как-то все прошли, а здесь можно сразу повесить огромный телек или прожектор. Да. О, вообще хорошая идея. Очень вот здесь типа сделать, я не знаю, я бы вообще, наверное, это убрал, что это за, типа что? Ну, это типа конструкция под диван. Ну, насколько это все удобно, не знаю, проще что-нибудь купить с магазина, прям нормально. Ну, да. Ну, застройщик все равно молодец, что предлагает такие идеи. Да, ну, бесплатному коню, да, там, или как... Не даренному, бесплатному коню. Вот такая комната, да, реально, правильно Велена говорит, здесь прям вешаешь огромную плазму, или вообще можно проектор, да, какой-нибудь купить сейчас. Да. Да. Тут прям кинотеатр можно, кстати, сделать, да? Да. Так как здесь по-русски не показывают, ну, вообще, в принципе, в Алане нет кинотеатра. В
Вот здесь можно себе свой собственный личный кинотеатр сделать. Да, вид классный. Пошли еще два. Еще хочешь? Прям дышится. Это самый верхний этаж получается. Угу. Тоже есть спальня. Так, еще одна спальня. Да, ну вот, кстати, как-то уютненько вот с вот этим остеклением, не знаю. Как-то. Смотреть на звезды, сюда поставили большую кровать. Мне кажется, детскую здесь надо делать. Я прям бы в детстве бы хотел, чтобы так у меня было. Да, очень красиво. И, кстати, безопасно для детей, да, вот такое остекление. Никуда никто не выпадет. Не открывается, да, здесь. Но никак не откроешь, очень много. Не открывается, да? Нет. Вот это что? Это чтобы закрывать специальные жалюзи устанавливать. Ого. Что-то как-то, может, я не знаю как. Не открывается, да? Нет. Это чтобы устанавливать эти штуки, шторки. Ага. Угу. Кондиционерчик. Снова красивое зеркало. Любят они, да, такие штуки? Да, да, да. Необычные, царские прям. Ну. Для царей все. Санузел. Еще одна комната. А, снова. Вот, смотри, здесь спальня, опять. Все, пожалуйста, санузел тебе сразу. Гардероб? Да, тут поменьше, но для двух человек вполне себе будет. Как интересно, они сделали в нижней части, да, шкаф. Хочу сюда накладывать, типа стопочка. Коробки с обуви. И вот, кстати, молодцы, что большое зеркало, во весь рост. Да? Да, конечно. Угу. По фурнитуре, да, тоже смотрит Велена, говорит, вообще все везде качественно, хорошая фурнитура, она дешевая. Да, это настолько, там все болтается, даже в бизнес-классе, а здесь... Она просто работает в Питере тоже риэлтором, ну и просто сравнивает, да, как сдают там у нас дома в России, как здесь да, сдают. Да, как здесь, настолько высокого уровня. Это считается бизнес-класс? Нет, это вообще среднячок. Это просто комфорт. Ну. Так в чем класс, что, знаешь, у нас в России заезжаешь в новостройку, и лет 5 у тебя еще сверлят все вокруг, и ты просто там сходишь с ума. Я просто жил так с четырех сторон, когда начали сверлить, я просто, не знаю, выбежал на улицу. Здесь, ну, ремонт, смысл его делать. Ну, если что-то перекрасить, подкрасить. Ну, мало кто запаривается, да. Все остальные, основные вот эти работы, штробить там под электрику, вот эти все дела, уже все сделано, да. Люстру вот так осталось красивую купить, царскую, да? Ну что, друзья, самое главное, да, по цене. Хотел я вам ценовой анализ небольшой такой провести, чтобы вы сами решили для себя, дорого это или дешево, да, давайте так. Итак, мы сейчас смотрим на Ванесса Ривер, вот это дом Ванесса Парк. Давайте приведем пример, сколько там стоит недвижимость. Ванесса Ривер, он еще не готов, будет готов в апреле следующего года только. 1 плюс 1 стоит 60-80 тысяч евро. Соответственно, чем дороже, тем лучше у вас вид, тем выше этаж. Ну вот самые дорогие по 80 тысяч, это, соответственно, с видом на море и на самом высоком этаже. 1 плюс 1 до 80 тысяч евро, 2 плюс 1 100-105 тысяч евро, 2 плюс 1. Мы, напоминаю, находимся в 4 плюс 1, а та квартира 5 плюс 1. Следующий, вот этот дом, он уже готовый, сданный, Ванесса Парк, 100-131 тысяча евро стоит квартиры 2 плюс 1. Здесь, смотрите, вот этот домик Аркадия, чуть поближе, да, он к морю находится, метров на 50, наверное. Вот, он тоже, в принципе, без такой богатой инфраструктуры, да, вот у нас здесь из инфраструктуры вот только летний бассейн, ну и парковка перед домом. На первом этаже, кстати, будет коммерция. Застройщик, да, объяснил это тем, что он всю инфраструктуру, можно сказать, прям вовнутрь вам квартиры перенес. Почти во всех квартирах есть хамам. Ну, в общем, как такое вот решение. Так, по вот этой Аркадии цена 3 плюс 1, там есть квартира, 145 тысяч евро. 145 тысяч евро, запомнили? 3 плюс 1, 2 плюс 1, 100 тысяч евро средняя цена. Итак, у нас квартиры... Одна 5 плюс 1, вторая 4 плюс 1, обе 250 квадратных метров, цена 143 тысячи евро. Ну, возможно, небольшой торг, плюс ко всему. Я считаю, ну, вы, наверное, сами поняли, да, из приведенных мной цифр, что цена на самом деле
более чем приемлемая, да, для этого места. И получается дешевле, чем у конкурентов. Правильно? Да. Поэтому, друзья... Можно заселяться и жить. Да, да здесь что, мебель купил, можно заселяться реально и жить. Так что, друзья, кого заинтересовало, кто искал такие большие площади для большой семьи, рядом прям с морем, рядом с классным пляжем в Каргиджаке, в тишине и спокойствии, в уюте, звоните, сейчас номер появится у вас на экранах, а мы сейчас с Веленой отправляемся в Махмутлар, будем снимать классные 3 квартиры на первой береговой, тоже будет классная цена, обязательно подписывайтесь, кто еще не подписан, чтобы не пропустить все самое интересное. А я с вами, друзья, прощаюсь на сегодня. Пишите комментарии обязательно. Велене что-нибудь напишите. Она будет читать. На все будем отвечать. Все, друзья, всем пока. Увидимся в Алании.